Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Денис, что надо сказать? Привет. На каком вы канале? Бэби-бом. Правильно. И сегодня у нас рукоделки, DIY, do it yourself, ну и развивашка, плюс игра на моторику. Мы сегодня будем делать, знаете что? Слайм. Не уверен, что все знают, что это такое, но вкратце, если кто-то помнит, в детстве были лизуны. Такая была густая смесь, очень тягучая. И мы попробуем сделать сами. Нам для этого понадобится что? Клей ПВА 113 грамм. Мы даже чуть побольше возьмем. 113 написано вам. Ну там не 113, там 125. Да. Нам понадобится полипропилен, который мы получим из пенопласта. Открывай, мам. Мы его измельчим в блендере. Да. Вот он, полипропилен, Дениска. Еще нам понадобится 1/3 стакана воды. Крахмал. Давай сначала воды польем. И краситель. Какого цвета у нас будет краситель? Зеленый, открывай. Да, у нас Дениска выбрал зеленый. Открывай. Ну что, давайте начнем, приступим. Да. Денис, давай, выливай весь клей в мисочку. Давай, открывай. Открываем. Давай, давай, открывай. Давай, лей. Много-много. Только смотри, метко давай, в миску попадай. Какешка помогать будет? Или тучка? Так много, мама, много. Да-да-да, весь лей, не жалей. А вот все много, все, мам, хватит. Нет, надо еще. Давай, дави на него, Денис. Все, много, много, мам. Контролер, дави на него. Все, хватит, мам. Это много, мам. Это немного, у нас с тобой еще водичка. Вот, вот это уже достаточно. Видишь, как булькает, смотри. Смотри, какие пузырики, Дени, образовались. Обратил внимание? Смотри. Да? Это клей у нас. Теперь льем что? 3 стакана воды туда. Где вода? Давай, бери стаканчик и выливай. Давай, мам, давай. Держи. Давай, с нуля. Тебе надо туда вот лей, лей. А вот вода. Так, Дени, уж теперь насыпаем краситель. Давай, открывай, мам. А он открыт, будешь сам сыпать? Вот, давай, ты же у нас вот это слайм делаешь. День, давай, сыпь туда краситель. Не надо туда пальчиком лезть. Ну ладно, что поделать. Ну что, краситель насыпали, крахмал потом добавим, клей вылили, водичку вылили. Надо размешать, день, мешай. Давай. Как эти, как баба-яга, да? Своё зелье. Смотри, посмотри, мам. Ну ты вместе с Кешей давай. Не показывай, надо хорошенечко размешать. Зеленый. Зеленый. Мешаем, мешаем. Как зеленый, следует. Зеленый, мам. Давай, вот оно, наше зелье, да, День? Волшебное зелье. Так, какого цвета? Совсем зеленый или, может быть, какой-то оттенок? Зеленый. Ну, такой. Салатовый больше, да, День? Зеленый. Ну, пускай зеленый, да, да. Зеленый. Да. Варево, зелье какое-то магическое получается. Вкусно. Нет, это невкусно, День. Это пробовать не стоит. Ну что, Дэн, пойдем блендерить пенопласт. Да. Нам надо будет его засыпать в наше зелье. Пойдем? Нет, куда? Где было? Сейчас блендер засыпем вот то, что ты в ручках держишь. Пойдем. Кто запускать будет? Денис будет запускать? Да. Ну что, поехали. Надо поломать сначала на кусочки. Да, сейчас. Да, сейчас проблендерим. Да. Все. Достаточно. Давай, давай. Давай. Один. Давай, выбирай. Один. Один. Вот, видел? Мельчит. Так. Все? Готово? Ну что, День, давай высыпаем наш пенопласт. Вот, здорово. Наверное, достаточно. Надо опять размешать. Это, наверное, даже очень много. Подолгу, мам. Подолгу, мам. Не подолгу. Мешай, мешай. Хорошенечко мешай. Не подолгу вот это. Ты потом потрогаешь, когда будет готово. Он будет такой тягучий и не разваливающийся. Наш слайм.
Ну, добавляем крахмал теперь. Денис, ты будешь сыпать крахмал? Ну, потом. Вот, молодец. Что у тебя, прилип крахмал к пальчику? Да. Ну, конечно, прилип. Ди. Вон, помоги маме лучше. Хорошенечко помешай. Смотри, какая у нас густая смесь получается. Смешная. И лопаточку. Мама тебе поможет? Или ты сам? О, густой, да? Какой? Получается. Густая. Густая? Да. Или добавим еще, мам? Добавим еще? Давай вместе. А давайте еще столовую ложечку, вместе. Да? Вместе. Ого-го, давай. Видите, друзья, или клей используется чуть поменьше. Вот, сейчас уже более-менее похоже становится на густую. Закладываю. Ты решил уже испытать? Посмотри на свои пальчики, какого они у тебя цвета? Белые. И белые почему? Потому что они в крахмале? Денюш, смотри, какая у нас густая кашка получилась. Можно взять ручки. Вот, она тягучая. Нет, нам надо еще добавить, пока разваливающаяся. Не сам цепит. Давай. Хорошо, сыпем. Давай, сыпем. Еще будешь брать? Давай, залезай ручкой туда. Еще бери. Все летает вниз. Ты бы лучше тарелочку сыпал, Ди. Вместо того, чтобы вниз. Денюш, смотри, мама ручки уже мешает. Денюш. Друзья, ну мы немножко огорчены. Мы старались сделать слайм. Вроде соблюли все пропорции, но у нас получилась какая-то странная консистенция. Наверное, основная причина в том, что в России нет жидкого крахмала, и мы использовали обычный крахмал. А может быть, какой-то у нас странный пенопласт. Если вы знаете правильный ответ, где мы ошиблись, напишите об этом в комментариях, будем очень признательны. И попробуем сделать еще один слайм. И может быть, дело не в крахмале, а, например, в каком-то неправильном пенопласте. Или может быть, мы использовали неправильный клей. Хотя вроде должен быть белый ПВА. Денюш, сегодня был DIY? Да. Делали слайм, который не получился? Да. Ну а вы ставьте пальчики вверх все равно этому ролику, поддерживайте нас, подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего полезного и интересного. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И что еще? Давай.